храм святого Ануфрия Великого с архипастырским визитом прибыл епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Вместе с представителями духовенства Анапского района он совершил божественную литургию, главное из общественных богослужений, во время которого совершается таинство причащения, именуемое Евхаристией. Отныне Екатеринодарская и Кубанская епархия состоит из 5 частей. На территории Кубани более 5 миллионов человек. С целью развития приходской и епархиальной деятельности, активизации просветительской, молодежной и социальной работы на Священном Синоде было принято решение создать на Кубани 4 новых епархии. Теперь на территории Краснодарского края их будет 5. Новороссийская, Армавирская, Ейская, Тихорецкая и Екатеринодарская. Вместе они образовали Кубанскую митрополию, главой которой стал митрополит Исидор. Она повошла в Новороссийскую епархию. 12 марта этого года на заседании Священного Синода Феогност избран епископом Новороссийским и Геленджикским и был возведен в сан архимандрита. «Призри с небесе Божий вишь, и посети виноград сей, и утверди». При непрерывном трезвоне верующие совершили крестный ход вокруг храма, который знаменует собой шествие церкви навстречу Спасителю. В божественной литургии приняли участие мэр Анапы Сергей Сергеев и председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов. Я приветствую вас, уважаемый Сергей Павлович, приветствую вас, уважаемый Леонид Иванович. Вы трудитесь в городе очень хорошо. Я часто бывал в вашем городе и всегда с радостью. Вы действительно живете и работаете для людей. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы посетили нас, за то, что уделили внимание, провели божественную литургию. Хочу доложить и сказать, что на территории города-курорта сегодня действует 11 храмов. И есть у нас еще 12 часов, и часть из них расположена на территории санаторно-курортных учреждений. Хочу всех анапчан поздравить с праздником и попросить вас, Владыка, молиться о нашем благополучии, о развитии нашего города-курорта. Настоятель храма святого Ануфрия Великого отец Виктор поблагодарил Владыку за архипастырский визит и преподнес ему в дар пасхальное яйцо, как символ веры и победы жизни над смертью. Как и положено в праздник Пасхи, епископ Новороссийский и Геленджикский, а также мэр Анапы и представитель Совета депутатов города-курорта похристосовались, пожелав друг другу мира в душе и благополучия. Светлана Авилова, Роман Карпов, Игорь Кушаков, Анапа регион.